Похоже на Надю. Смотри-ка, в джинсы уже облачились самые отсталые слои населения. Откуда у тебя эти сапоги? Я полгода за такими гоняюсь. А это мне принесли. Франция. А джинсы какие? Индийские? Ты что, с Урала? Что, вон разве не видно по катону и по лейблу? Честно говоря, я не ожидала увидеть на тебе такие. Да, у меня еще есть, которых в Советском Союзе 2-3 пары, и те на дипломатах. Какая-то подпольная модница. Не ожидала от тебя такого.